когда прекратилась деятельность фонда «Династия», довольно многие люди поняли, что опустела очень важная ниша, да, вот ниша просветительства и научной популяризации. Многие люди, часть из них были раньше связаны с «Династией», участвовали в ее проектах, другие люди делали что-то самостоятельно, решили объединиться и продолжить это дело. Там, частично продолжить, частично, может быть, сделать что-то новое, частично сделать шире. Очень многих людей вы на самом деле знаете там, в каким-то предыдущем проекте. И в результате был создан фонд «Эволюция». Его адрес evolutionfund.ru. Вы можете посмотреть там, собственно, кто эти люди, из кого, собственно, кто собирается этим заниматься. Первыми программами фонда будут программа «Книгоиздательство». Это частично продолжение того, что делалось в «Династии», частично там какие-то будут новые идеи. И второе – это поддержка разного рода научных мероприятий, фестивалей, лекций. Это же будет и каналом для распространения книг, которые будут издаваться. Если все пойдет хорошо, то там есть еще всякие интересные идеи, но вы про них узнаете в свое время. История с «Династией» показывает, что такой фонд не может зависеть от одного человека. Дмитрий Борисович Зимин делал совершенно потрясающее дело, но он был один. Мы собираемся строить работу немножко по-другому, мы собираемся рассчитывать на, в значительной степени рассчитывать на помощь сообщества. Что-то мы уже собрали сами, этого достаточно для того, чтобы стартовать, но этого явно недостаточно для продолжительной устойчивой работы. И мы очень активно действуем, мы там разговариваем с конкретными людьми, но помимо всего прочего, очень полезна была бы помощь каждого из вас. Мы открыли проект по краудфандингу на планете и очень надеемся, что кто-то из вас будет в этом участвовать. Настолько, насколько вы можете, ясно, что у разных людей разные возможности. А если кто-то готов участвовать там своими знаниями, временем, какими-то силами, там, что-то помогать, такая возможность тоже, конечно, есть. Опять-таки, вы можете написать на наш адрес evolutionfund.ru. Спасибо.